Ребята, и вы на канале Маринка Мандаринка. Меня зовут Маша. В этом видео я с вами поделюсь таким мини-влогом, как сделать снежинку. Уже через 30 дней Новый год. И как бы надо уже готовиться, и я решила сделать объемную большую снежинку. Давайте я вам расскажу, что нам для нее понадобится. Первое, конечно же, листочки формата А4. Вот, листочек А4. Нам их понадобится 6 штучек. Да, именно 6. Также нам понадобятся ножнички, линейка, ну и все. И наши с вами ручки и желания. Так, для начала берем один листочек и делаем из него квадрат. Скинаем наискосочек. Вот так. Опа-на. И прохлаживаем линейкой. И так делаем с 6 нашими листочками. Так, ребята, я уже проделала 6 листиками такие вот треугольнички. Так, я беру один треугольничек, вот, и сворачиваю его вот таким образом. Вот, видите? Вот, чтобы получился такой средненький треугольничек. Ну, я думаю, вы сообразили. Так. И проглаживаем хорошо края. У нас получился такой четыреугольник с таким крестиком. И мы с вами видим серединку. Так, сминаем так. Так, теперь главное правильно вырезать. Вот, берем ту сторону, где у нас открываются крылышки. Вот эту сторону ни в коем случае не обрезайте. Оно у вас просто распадется. Вот, у вас крылышки. Теперь мы с вами берем ручку, карандаш. Я беру ручку. Беру линейку на 15 сантиметров. И провожу линии, не доходя до этого. И так на сантиметр, на 2 от центра. Нужно сделать ровно таких 3 полосочки. Так. Первая полосочка. Вторая полосочка. И наша с вами третья полосочка. Вот такой треугольник с такими штучками появился. Раскрываем. И получился у нас вот такая штучка. Так, берем клей. Я беру клей-карандаш. Он хорошо клеит, да и пачкаться не надо. Берем нашу с вами серединочку. Вот такой квадратик типа. И намазываем с одной стороны кончик. Берем второй кончик. Заворачиваем его внутрь и клеим сверху наш кончик с клеем. Получилась вот такая вот штучка. Ребята, извиняюсь. Вот такая штучка у нас получилась. Переворачиваем. Промазываем с этой стороны краешек следующей полосочки. Берем эту же полосочку, загибаем вниз и склеиваем это. Вот такая штучка у нас получилась. Теперь опять переворачиваем на эту сторону, где маленькая штучка. Проклеиваем края. Точно так же берем эту сторону. Вот так. И склеиваем. Так. Теперь последняя большая эта штучка появилась. Ой.
уже одно крыло получилось. И делаем с пяти такие же штучки. Я к вам вернусь. Так, вот у нас, ребята, с вами получилось 6 штучек таких. Вот таких вот штучек. Так, ребята, берите на один листок меньше. То есть, вот один у меня треугольничек остался. У меня тут на счете 5 штучек. Ну, конечно, если вы хотите сделать еще больше, но оно реально не поместится, вот, то делайте на одну больше. Сейчас я вам покажу, как их скреплять. С помощью степлера или же клея. Но клея вряд ли будет держать, поэтому я всегда склеиваю только моим степлером. Ну, не моим. Так, берем 2 штукенцы такие. И скрепливаем вот тут посерединке. Так, смотрите ровненько, чтобы попадало. То будет некрасиво. Такая снежинка кому-то подарок может пригодиться. Да, ну любое, это ж такая вещь. Вот. Что угодно можно сделать. Так, ребята, нет, все же нам понадобится еще один такой блок. Потому что, смотрите, вот так у нас получилось, и тут как бы такое пространство. Нет, нужно его закрыть, и для этого мы делаем еще один блок. Так, ребята, я уже встала, смотрите, какая у нас красивая звезда получилась. Ну вообще, смотрите, ну правда же красиво. Поэтому я вам советую. Подписывайтесь на канал и пальчик вверх. Пока-пока.